Доброго времени суток, друзья. Я тут неожиданно решила выйти на связь и добавить чуточку живого общения. Прежде всего, хочу поблагодарить вас всех за то, что не проходите мимо, смотрите мои ролики и оставляете комменты. Такой отклик, поверьте, лучшая для меня награда. А вообще, я хочу сегодня поговорить о наболевшем и о своих будущих планах. Наверняка вы давно заметили, что мой канал не отличается суперактивностью, ибо суровая реальность постоянно вносит свои безжалостные коррективы в мой творческий график. Сказать честно, мои родные не разделяют моих увлечений и считают все это пустой и бессмысленной тратой времени и жизненных сил. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих, но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Возможно, в чем-то они и правы. Уж лучше потратить драгоценные ночные часы на здоровый сон, будучи уж так сложилось в данный момент единственным кормильцем своей семьи, чем скрупулезно монтировать видео, которое, возможно, оценят до единицы. Вся эта ситуация, конечно, накладывает очень сильный отпечаток на мое эмоциональное состояние. Мы знаем, вы здесь! Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками! Но я не могу вот так просто сдаться. Я хочу бороться за свою мечту и свое творчество. Мне это необходимо. Я так скажу. Худшее, что можно сделать с человеком, это уничтожить его личность. И я буду бороться, чего бы мне это ни стоило. Я уже свыклась с мыслью о том, что в моем нынешнем положении в ближайшие годы уж мне не светит прокачать железо хотя бы до какого-то минимального современного уровня, дабы научиться новым практикам и осваивать мощные редакторы с целью создания более качественного с технической точки зрения контента. Но в конце концов я искренне верю, что вы любите мои видео не за красивую обертку, а цените именно то, что находится внутри. Резюмируя, я очень прошу вас поддержать меня лайками, комментами и подпиской. Поверьте, сейчас, как никогда ранее, мне очень-очень это нужно. В том числе я буду рада видеть вас в своей группе ВКонтакте, где делюсь с подписчиками не только стадиями создания своего контента, но и другим своим творчеством, а также мыслями, идеями, да, в общем, всем тем, чем я живу и существую. А если у кого-то вдруг есть возможность поддержать меня рублем, я с благодарностью приму протянутую мне руку помощи. Вместо постскриптума и в качестве небольшого бонуса я приоткрою вам завесу тайной работы над новыми проектами. Сейчас на экране вы увидите несколько изображений, намекающих на сюжеты и фандомы планируемых мной видеороликов. Пока это все планы, но я очень надеюсь, что они притворятся в жизнь. Посмотрим, насколько верны окажутся ваши догадки, если таковые будут. Их прошу оставлять в комментариях. А также в комментариях вы можете поделиться своим мнением относительно вот такого формата нашей обратной связи. Ну а на сегодня у меня все. С вами была Яна Фокс. Доброй ночи. Пока-пока.